Adupstales. Как я мог сомневаться в Маринет? Она самая добрая и преданная девушка во всем мире. А мой отец продолжает мной манипулировать. А что насчет тебя? Ты действительно ненавидишь Леди Баг? Я не хочу это обсуждать. Хорошо, понимаю. Ну, должно быть, хватит. Пора вынимать иглы. Ну, как чувствуешь себя? А, нет! Я убила Катанора! Ответь, котик, ты жив? Я выяснил, что произошло. Я знаю, что должен делать, Маринет. Котнор, вернись! Котнор, как ты себя чувствуешь? Да, я в порядке. Я должен возвращаться домой. Постой, пожалуйста. Прости, Маринет, но я правда должен идти. Спасибо за все. Я в норме. Дай мне свой номер хотя бы. Я хочу иметь возможность узнать, как ты поживаешь. Вот. Я позвоню тебе, когда куплю новый телефон. Почему ты такая упрямая? Верни мне мой катафон. Это неправильно, уходить не попрощавшись. Береги себя. Надеюсь, я больше не увижу тебя в таком состоянии. Маринет. Я не хотел ранить тебя. Честно. Ну, мы друг друга почти не знаем. Так что я не виню тебя. В общем, все нормально. А я знаю, что скоро у тебя день рождения. Я обещаю, что приду навестить тебя в этот день. Спасибо большое, что спасла меня, Маринет, и что позаботилась обо мне. Я никогда не забуду эту ночь. А теперь мне действительно пора идти. Я так скучаю по тебе. Мне так жаль, что я не могу рассказать тебе всей правды, кот. Я не настолько сильна, чтобы защитить тебя. Маринет, мне пора. Я знаю. Он ушел. Надеюсь, у него получится решить свои проблемы. Вау, ясно. Так вот, почему ты позвала его на вечеринку в честь своего дня рождения. Да, а еще мы стали намного ближе общаться по телефону. И я получила подарок на день рождения авансом. Такой классный новый телефон. Кроме того, я чувствую, что завоевала его доверие. Старый добрый Леди Нуар. Леди Нуар? Ну, знаешь, Леди Баг и Кот Нуар. Все эти штучки, смех и прочее. Мы начинаем новую главу. А вторая хорошая новость. Со мной связался Адриан. Он отправил мне сообщение с поздравлением. Смотри. Не забыла, что показываешь мне это уже в сотый раз? Я узнала, что это отец лишил его всего общения. Но он смог отстоять свое право на личную жизнь. Я так горда за него. Он заслуживает самого лучшего. Круто, что он становится более независимым. Маринет. А ты собираешься сказать коту, что ты Леди Баг? Нет. Сначала мне нужно убедить его, что он все так же любит свою леди. Тогда все вернется на свои круги, и хлоп, я скажу ему. Наверное. Маринет, все секреты, что ты хранишь, лишь приближают твою фиаско. Как у меня было с Нино. Ты должна сказать ему сейчас. Не всю правду нужно говорить сразу. Не время. Кроме того, Тики всегда твердила мне о секрете личности. Верно, Тики? Я знаю, владельцем талисмана быть непросто. Но сохранять тайну личности просто необходимо.
Это то, зачем охотится темный бражник. Но Маринет больше не собирается быть Леди Баг, не так ли? И я никогда больше не верну свою прежнюю жизнь. Не верну Нину. Так что нужно двигаться дальше и защищать тайну Леди Коксинель. Ах, если бы был кто-то, кто мог бы понять меня. О, Аля, а что ты тут делаешь одна? Я только пришел и еще не видел Маринет. Ты не знаешь, где она? Скажи, Кот Нуар, ты не мог бы сделать мне одолжение? Маринет пригласила на вечеринку моего бывшего парня, но я бы не хотела столкнуться с ним на входе. Не можешь проводить меня? Так мне будет спокойнее. Без проблем, Аля. Я готов помочь. Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Да здесь все. О, нет. А вот и проблема. Увидимся позже, Аля. Держись подальше от Али. Я все вижу. Конечно. Но если ты не вернешь ее в ближайшее время, она точно найдет себе нового парня. Да ну, я в курсе, что Леди Баг ушла. И ты что, теперь будешь прыгать в руки к первой свободной девчонке? Я знаю Алю, и с ней твои кошачьи штучки-дрючки не прокатят. Серьезно, я понимаю, почему Леди Баг вечно отшивала тебя. Ты не умеешь быть серьезным. Может быть, мне вообще не стоило приходить. Кот Нуар, ты куда? Спасибо за приглашение, Маринет. Я пришел, как и обещал. А сейчас мне уже пора домой. Пожалуйста, кот. Не уходи. Объясни хотя бы. Знаешь, порой я совершенно не понимаю, где мое место. Когда я не Кот Нуар, я чувствую себя будто в ловушке. Я не могу раскрыться. А когда я в маске, я могу делать, что хочу. Быть собой. Но никто не принимает меня таким. Даже друзья. Я думал, что я настоящий, когда я в маске кота Нуара. Но в итоге я не знаю, кто я. Просто клоун в маске кота и покорный сын, когда без нее. А тебе нравится быть котом Нуаром? Ну, в эти моменты я чувствую себя счастливым. Я могу выражать себя, не думать ни о чем. Просто быть счастливым и все. Тогда ты на верном пути. Знаешь, ты не тот и не другой. Ты все вместе. Когда ты принимаешь себя таким, какой ты есть, люди тоже принимают тебя. Но люди, которые важны для меня, они не принимают меня таким. Они думают, что я скучный и невыносимый. Вовсе нет. Ты не такой. Только не для меня. Дай им время узнать тебя получше. Уверена, они оценят тебя по достоинству. Я знаю, ты сейчас подумаешь, что я говорю это лишь для того, чтобы подбодрить тебя. И вообще, кто я такая, чтобы рассуждать, но... Нет, твои слова много значат для меня. Маринет. С днем рождения! Привет всем, кто смотрит этот комикс с самого начала. И огромное вам спасибо за поддержку озвучки. Ссылка на автора, как всегда, в описании. И на Ladyblog тоже. Первое обновление всегда появляется там.
Это канал Dubstales. Меня зовут Артём. Со мной озвучивает Алёна. До встречи!